смотреть чужие коммиты. Вы будете так или иначе работать с гитом. Мы на этом курсе от гита не будем отходить, мы будем продолжать работать с гитом. Ну, кому сложно, я думаю, втянется, и, ну, как бы, гит это довольно простая штука, просто надо разобраться с парой моментов, так ничего сложного нет. А второй момент, OpenShift. OpenShift это как маленький прообраз, как вы будете заливать данные на ваш dev, lib сервера. То есть у меня в компании практически та же система, то есть я там делаю push, у меня на dev сервере оно все бирдится, и после этого я могу проверять сразу на dev сервере данные, то есть ничем не отличается с OpenShift. То есть по сути все, кто попробовал OpenShift, все сделали так себе реальную работу. Ну и плюс это, ну как по мне, достаточно интересно посмотреть вживую то, что ты сделал, как бы в интернете, и показать кому-нибудь из друзей: ребят, посмотрите, вот это я сделал, я крутой. На текущей лекции. Сейчас я вам дам маленький тестик, и я напишу, чем мы будем сегодня заниматься. У всех есть скайп? Пока ничего у меня нет. А у остальных всех есть скайп? Да. Да? Шикарно. У вас нет, да? А кто вы у нас? Чего давайте потом посмотрите. Скайп? Ну ты же там. ВВ. Да я ВВ, потому что сейчас призрачу. А, нет, ответы желательно мне на почту. Алексей. Да. Добавлю. Смотрите, это тест. Ну, мне хочется понимать, что понятно, что нет. То есть я думаю, для некоторых этот тест будет очень простой, для некоторых, может, не такой простой, но он простенький. То есть ответ мне желательно на почту скинуть. Ну, сейчас, на это буквально там. Сколько вам надо? Ну, минут 5. Да, конечно. Так, а вы у меня не появились. Вас у меня нет. Как вы записываете? Что по сети. Не, желательно на почту. Просто в скайпе я потом спутаю ответы, а в почте я как раз разберу. Mm-hmm. Еще вопрос. Вы меня тоже не добавили. Ясно, да. Да, давно еще добавлялся. Сейчас попробую запустить. А давайте вы мне набьете в скайпе. Да я его добавляю, потому что я его... Не помните? Да, я с компьютера не мог зайти. А почта? Почта нет, да? Это тест возможно? Да, я тест бросил. Там у вас мои почты нет. Я вам сейчас скину весь его опыт нашего чата. Почему стоит использовать гид? В чем разница между классом и ID? Сейчас. Что обычно записывают в TagFed? Там моя почта есть. Просто текстовое письмо надо. Да.
просто текстовое письмо. Можете еще разобрать? Да, конечно. Еще раз начнем. Ага, вы добавились. На какой предпочтительный? Или все равно абсолютно? Что же значит на какой? На какой предпочтительный вам слайд? А, на звуль. На звуль, да? Да.